Юноши и девушки из нашего города, а также 8 районных центров Брестской области приняли в этом году участие в Олимпийских днях молодежи по плаванию. На этот раз заявки на участие были поданы от 184 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет. Пловцы соревновались на 34 олимпийских дистанциях от 50 до 1500 метров во всех стилях. У нас проходят Олимпийские дни Брестской области по плаванию. Цель соревнований – отобрать сборную команду Брестской области на республиканский такой же турнир, который состоится 16 марта в Пинске. Турнир, который будет проходить республиканский в Пинске, там будет отбор на европейский фестиваль. Среди участников – спортсмены разных возрастных категорий с разным уровнем способностей. Предшествовала соревнованиям насыщенная и напряженная подготовка. Поэтому варианта уступать никто даже не рассматривал, только вперед. Победители же заплывов выразили мнение, что обойти соперников не составило особого труда, хотя бывало разное. Мне 15 лет, представляю я Сур-Брест, из Бреста. Ну, проплыл первый. Я проплыла за 2:35.95, и, ну, мне понравилось плыть. Было не очень трудно, но соперники... Была одна соперница. Неожиданным и приятным сюрпризом стало появление на дистанции чемпионки Европы во взрослых и юниорских соревнованиях, рекордсменки мира среди юниоров и мастера спорта международного класса Анастасии Шкурдай. Как оказалось, титулованная спортсменка и несколько других сильных пловцов участвовали в заплывах вне конкурса. Мы здесь соревнуемся, хоть это и не наш год, но мы решили стартануть вне конкурса, потому что давно не было соревнований по длинной воде, и хотелось уже посмотреть, на каком мы сейчас уровне находимся. И на каком вы уровне? Как вы довольны своим результатом? Скажу, что на неплохом уровне, на рабочем скажу. Думаю, дальше будет лучше. К чему сейчас активно готовитесь? Какие самые для вас долгожданные старты в этом году? Ну, конечно, Олимпийские игры в июле – это самая сейчас приоритетная цель. И промежуточный – это чемпионат Беларуси в апреле. По результатам Олимпийских дней по плаванию команда из Пинска заняла 3-е место, уступив серебро барановичским спортсменам. Лучшими в командном зачете стали брещане. Неоднократными победителями стали брещане Владислав Макаревич, Алина Жорах и Денис Сельчук.